Прозвучала замечательная вещь «For Someone Special». Это наш, так сказать, ну, парафраз знаменитой вещи «Doobie Brothers». Я надеюсь, что кто-нибудь ее узнал. Дальше просто пойдет уже как бы авторский материал. Thank you.
Еще чуть-чуть, по крайней мере, послушать эту группу «Арам». Потому что, как я слышал, они приготовили небольшой музыкальный сюрприз для нас. Вот посмотрим, что это такое.
действительно, мы, в общем-то, раз, два, три, а такой и будет, да, голос, да? А голос монитор можно туда добавить? Раз, два, раз, два. Слышно плохо, а вот сейчас вот стало немножко слышно, да, вот сюда. Вот вокальная программа у нас связана с творчеством, наверное, кому-то известного, хорошо известного московского регги, можно сказать, лидера и регги-певца Игоря Кулика, которого, к сожалению, уже с нами нет. Он работал в основном вместе с группой «Остров», но было время, когда он работал с нами. И программы эти не совсем пересекаются с программами группы «Остров». Мы хотели их каким-то образом восстановить. И, в общем-то, почти инструментально это уже удалось. А насчет вокала, как говорится, есть некоторые сомнения. В том смысле, что сейчас идет на самом деле напряженная работа. А я в данном случае ни в коей мере не вокалист. Я просто буду представлять песню, то есть я ее, так сказать, исполню. Вот это преамбула. Так что вот это песня Игоря Кулика, но про него можно много говорить, но лучше слазить в интернет и послушать. А сейчас она каким-то странным образом, наверное, посвящается Олимпиаде в Сочи. Thank you.
Концептуальные поэтические зарисовки между песнями. Я надеюсь, это вас не отвлечет сегодня. Вещи ветер полощет, вещи. Вечер, увы, не блещет, встретимся в пустоте. Вечность хищно вслепую хлещет. Мы с тобой снова дети, мы одни на свете, беспощадно метим клещи тел. Важно строить свой шаг отважно, чтобы вселенской жажде не уступить свой смех. Стража бросит свой пост однажды. Ты обреченно скажешь мне три слова страшных, отпечатком губ чуть влажных снег. Мысли на проводах повиснут, если случится выстрел. Боги возьмут мой след, ввысь ли, за руки взявшись с вышки, мы полетим, как птички, или вниз, как свечки, обгоревшие, как спички, лет. Первая композиция. Нельзя говорить, говорят. Thank you.
Эта композиция называлась «Достоевский трип». Я даже не могу объяснить, почему сейчас. Может, Андрей попробует. А может, не попробует. В каждом названии должна быть интрига, по меньшей мере. Так что этот лот сегодня останется неоткрытым. На перекосе строки «Лето в загуле» — это не берег реки, берег июля, и не жуки-плавунки, не водомелья. Циркулем водят круги время и вера. Thank you.
Эта композиция называлась «12+». Ну, это связано всего лишь навсего с нашим вот этим большим перерывом, такой огромной паузой, 12 лет. И когда вот мы начали, она первая пришла нам в голову, эта штука. Там были какие-то переклички такие, фразы от того коллектива. Ну, тот коллектив — это мы и есть, но тем не менее мы тогда, это не мы сейчас. И поэтому мы взяли, заимствовали буквально там такие кусочки и сделали что-то новое. Ну, в общем, вот, да, 12+ была. Дальше что-то будет, я сам не знаю еще что. Стихи у нас от концерта к концерту не повторяются. Я даже сам не знаю обычно, что я буду читать. Что придет в голову. Следующая композиция эпичная, поэтому зачин у нее будет тоже эпичный. Знал стихи, по имени судьбу звал, но сигаретной вонью вышел в ноль. Во степи бродяжил скромным буйволом, тех уж нет, кто пел тогда со мной. Ковылем по юности пронесся лишь, жаждал жить, да вылюбил тоску. Босоногим новым Ломоносовым примеряю родину к виску. Трезвым, словно боль, невыносимо быть. Именно поэтому не пью, будто тибец в небе Хиросимовом создаю из радуги петлю. Скучному поддавшись искушению истинной, истерзанной прозреть, нежному посмешищу мошенников некуда вдруг стало умереть. Утречко летело к черту в пятницу, захватив субботу и четверг. Он в аду давно, но снова пятится. Значит, это кто-то опроверг. Лодка лжи наполнилась по ложечке. Шалый лоцман валит через край. Боже мой, хороший, милый Божечка, мир кровит, кора моя мокра. Thank you.
композиция. Я надеюсь, что у вас там мир, потому что на сцене мы иногда чувствуем себя на поле боя. Барабанщик. Ну, звукорежиссеру спасибо, все замечательно. Я ничего не имею в виду, если что. Падение троллейбуса – обман. Всего лишь звук ночного торможения, чей отголосок – просто дрожь оконных рам, чей отзвук – просто боль воображения. Кого-нибудь, кто в третьей части сна увидит, как в глаза ему несется, как птица, распростертая страна. Он о нее или о него она. Но кто-то непременно разобьется. Thank you.
Сложнее и сложнее говорить становится, поэтому уж простите, если я заикаться начну даже. Хотя никогда не было этого в роду. Эта композиция называлась «Хазарский словарь». Ну там что-то с Милорадом Павичем связано, но не совсем напрямую. Лексикон Козыря, вот как это называется, если не по-русски. Не по-русски это хорошо, я все-таки по-русски. Небеса промозглым ливнем опрокинулись на плечи обветшалого бульвара, расплескавшись тишиной, поднимая пыль прохожих, подметая стылый вечер на штандарты и знамена. Мне в затылке дышит ночь. Чай продрог, на кофе пенка. Молоко прокисло напрочь, согревает только вера и трехзвездочный чуть-чуть. Очень холодно всего лишь, вот откуда эти капли. Просто влага на ресницах, а не слезы нежных чувств. Шепчет ветер безголосый, непристойности и блюзы, щекотя попутно патлы, проникая под пальто. Не желаете ли отсюда, соглашайтесь, я люблю вас. Из горла в промозглой жажде и в бокальчике со льдом, и лакан, и жижик. Мимо. Даже Фрейд нам не помеха. Пастораль осуществилась, и волчком в гробу Бодлер. На Рембо напала похоть, и Верлену не до смеха. Но Латриамон ползучий указует на бордель. Карусель земля, Иуда, закружи меня отсюда. Не хочу таежным Буддой рифмовать мороз и нефть. Но не вынести покуда поэтического зуда, жечь сердца глаголом буду и нести благую весть. Thank you.
Тут состоялся целый перформанс. Я бы даже сказал, инсталляция. Как млечный смерч планет в подсолнухе, философ в пифосе. Пусть добрый Бог сплакнет, вот олухи, да будем живы все. Сегодня небо скалит лысину, страстная пятница. Я выговариваю истину, не выговаривается. Предыдущая композиция называлась «Маятник Фуко» или «Эль Пиндоло де Фуко», что вернее. Да, почти по-матерному. Вы готовы, сударь? На всякий случай, если мы вдруг так закончим как-то непонятно, я сразу же объявлю последнюю композицию. Сейчас только вспомню название. «Ибрагим и цветы Корана». Вот. Ну там просто много вариаций у нас в шутку, когда там. То есть не буду их называть, это может неприлично быть. В общем, «Ибрагим и цветы Корана». «Месье Ибрагим et les fleurs de Coran». Так как поэзия звучит. Звучит как начало романса, черт побери. Thank you.
Дорогие ребята, очень спасибо вам большое. Да, это хазарский... Нет, подождите, какой хазарский словарь? Ибрагим и Цветыкаран. Во. Да? Да, Илюха, да. Вот пока играли, подумали, ну, нафиг, Excel 55, пусть будет Ибрагим и Цветыкаран. Ну, Ибрагим, сами думаете, что я не знаю. Спасибо вам большое еще раз. Прям вообще вот... У нас пока... Вы больше вообще не выучили. Все же. Thank you.
выпустите. Я вот вспомнилась история с фестиваля «Космофест». Очень такая зловещая, страшная, когда была сцена, на ней был коллектив Яна Бидермана, и не было никого, кто должен был играть после них. И, по-моему, это продолжалось часа два или два с половиной. Где-то так. Вот. Сколько вы хотите? Два, два с половиной? Или мы будем закругляться уже? Thank you.
Спасибо Яну Гадарману, Илье Любослову и всем всем. Возможно, 30 июня нечто подобное вы здесь увидите. И это правильно. До новых встреч.